Подобное выражает чаяние марийского народа, определять его будущее, решать самые насущные вопросы, был и остается преданным заветом своих предшественников. И начинания, в особенности резолюции первого Всероссийского съезда Марии, состоявшегося летом 17 года, мы по праву считаем эпохальными. Многие общественные и государственные деятели прошли через жернова расправы, репрессии, но никто их не смог сломить ни в те революционные 1917-20 годы, ни в годы культа личности, ни в 90-е годы. Дух марийшин не удалось сломить даже реакционные годы маркеловщины 2001-18 год. Мы были. Мы были, есть и будем. Народ Марии всегда отличается своим созидательным характером. Да будет так. И сегодняшний наш юбилей тому подтверждение. Как председатель правления региональной общественной организации «Марийшем» «Союз Марии», поздравляю всех с этим эпохальным юбилеем. Желаю всем благополучия, крепкого здоровья, вдохновения на созидательный труд во имя своего народа. Тогда и будет успех. Благодарю за внимание.